Француз, ягоза, смесь тигра с обезьяной. Как только не называли юного Сашу Пушкина в Царскосельском лицее за его знания, озорство и неукротимый нрав. В какой обстановке проходило детство великого поэта, какие были забавы и игры. Все это сотрудники Пушкинки обсудили со своими читателями на концертной игровой программе «Проделки Саши П». Мероприятие проводилось совместно с детской школой искусств. С нашими давними друзьями мы очень рады, что они разделили с нами эти замечательные эмоции. Встреча была посвящена Александру Сергеевичу Пушкину, и не случайно, ведь в этом году мы будем отмечать его 225-летие. Участники встречи смогли погрузиться в атмосферу детства великого русского поэта, изучили и попробовали на себе забавы конца 18-го, начала 19 века. Вспомнили русские народные сказки и попытались сами сочинять стихи. Особое настроение создавали мелодии скрипки, баяна, танцевальные и вокальные выступления воспитанников и педагогов ДШИ. Диана Кузьмина учится в 5 классе школы номер 14 и всегда ждет каникулы, чтобы посетить мероприятие Пушкинки. Было интересно, потому что все равно, когда смотришь на выступление, можно время, так сказать, с пользой провести. Ну, я лично более-менее о Пушкине уже эту всю информацию знаю, но все равно что-то такие игры русские были для меня новые. Я очень люблю библиотеку Пушкина. Да, потому что у меня сегодня день рождения, и я очень рада его тут так немножко отметить. В конце встречи сотрудники библиотеки наградили победителей конкурса «Пушкин с нами» в возрастной категории 7-12 лет грамотами и призами. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.